продолжаем мы наше видео по подсадке роя. Рой мы споймали, посадили нашу роевню. Сейчас пришли к улью, выбрали вот такой улей. Такой улей выбрали мы почему? Решили, это видео будет более посвящено, не более, а в раздел пойдет начинающим пчеловодам. Покажем, как мы начинали, с чего мы начинали. И выбрали улей стандартный, 16-рамочный Дедан. Потому что большинство у начинающих пчеловодов это такой вот улей. Но выбрали мы его, и значит... Ну, сейчас молодежь, сейчас слышь, молодежь и начинающие пчеловоды избалованы. Интернет, YouTube, форумы, все читают, все смотрят. Но когда мы начинали, и когда мы это было 10-11 лет назад, да, когда мы начинали это все делать, то другого ничего не было. Да, мы с такого и начинали, и да, говоря, да. Никто нам не подсказал. Не подсказал, сразу, да, и не рассказал, да. Это благо было так, что мы защелили немного, 4 улья только защелили. А небольшая пачка была, что нам не сыграло такой роли перевестись на другие ульи. Ладно, перейдем к видео. Вот с чего же мы начнем. Берем два разделителя, доски заставные. И, как я и говорю, для начинающих пчеловодства обычно начинают с нуля. То есть нету ни суши отстроенной, нету рамки с расплодом, ничего. Есть рамки и новощиненные рамки. Допустим, как было в нашей случае. Купили мы рой и привезли к членопасеку. Вот все повторяется заново. И, значит, ставим мы 7 рамочек с вощиной, в связи с тем, что у нас рой первак. Рой не маленький, он это все хорошо освоит и будет прекрасно развиваться. Значит, для того, чтобы подсаженный наш рой с плодной маткой, так как первый рой первак идет с плодной маткой, мы устанавливаем разделительные решетки. Плодная матка наша не пройдет через эту решетку и не вылетит наш рой. Следующее действие. Если у кого-то есть там кто-то начинающий, там есть одна-две семейки, то лучший вариант 99%, что это, извините, перенести с одного улья в наш улей, куда будем подсаживать рой, это рамку с открытым расплодом. Без пчел, только с расплодом. И подставить, засыпать рой, и уже рой никуда не улетит, останется на месте. Ну, мы решили с овощами. В качестве чистоты эксперимента и в качестве, если у человека ничего нету на пасеке, и он, как у нас знакомый один есть, да, Андрей, пчеловод в Могилеве, он хочет сам словить рои и посадить их в улей. Вот для него специально мы покажем такое видео. Ну и, конечно же, не для него, а для всех. Значит, опять же берем нашу роевню с пчелками. Опять же, пчел надо намочить, чтобы не поднимались в воздух. Намочили этих. Давай, щетка здесь. Не надо так. Стрясаем этих пчел. А теперь основную нашу массу пчел. То же самое через металлическую сетку. Ну, хоть с большего намочить. Ну, можно их стрясти, Андрей, и намочить. Да, сейчас стрясем. Просто, чтобы этих крайних. Стрясаем. Открываем нашу роевню. И обязательно намочить. Бегут, 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 бегут. Ну все, я думаю, хватит. Не надо ничего закрывать. Вот мы взяли наш рой. Сейчас в этой массе мы найдем нашу клеточку. Видите вы, рой довольно хороший. Хороший, вот наш, мощный.
клеточка. Ой, с маткой. Вот она, хорошая маточка. Матка, видно брюшко такое. Отставляем ему в сторонку ее. И рой стрясаем. Резким ударом. Хороший, ух, какой хороший. Я думаю, даже 7 рамок мало будет. Ух, какой рой, ей-яй-яй. Хорош, ну, я думаю, мы завтра хоть это и не стоит делать, посмотрим эту щемью. Так, всыпаем, сейчас пчелы спокойно ущадутся. Вот наша матка. Даже не будем обрезать крыло, запустим ее так. Ну, вот она матка. Отправим ее вниз сразу. Между рамок. Так, все. Всех пчел убираем. Надо их загонять, Андрей. Не надо ничего загонять. Они знают, что матка. Сейчас узнают, что матка на месте. Самое главное, самое главное. Что нам, вот что нам главное. Не сказали, когда мы сажали раи. Это самое новощину, самое именно особенно новощину, да. Это подкормка, чтобы они хорошо новощину начали сразу отстраивать овощину, а матка сразу начала работать. Это стимуляционная подкормка. Сахарным сиропом один к одному. Полностью 2 литра. Две кормушки им в плечи, чтобы они не расслаблялись. За ночь они его хорошо выберут и отстроят рамки. Начнут отстраивать рамки. Плюс мед, который у них в зобиках имеется, тоже пойдет на отстройку. Аккуратненько мы их сейчас со стеночки всыпем. Пускай они сейчас поволнуются. Да, самое главное — матка там. Что делаем это после захода солнца? Да, кстати, видите, да, что? И закрываем это все вот такой вот мешковинкой. Ну так вот. Они найдут гнездо через низ. Там разделительный. Свободный, чтобы проход, что-нибудь плотно не закрываем, свободненько, да. Чтобы были проходы. Ну и ложим нашу подушечку. Что? Самое главное, это, конечно же, корм. Чтоб пчелам не пришлось летать сразу на взяток на какой-то. Тем более не любят они это, сидеть на овощине на голой. Так они сразу принесли, сразу сот отстроились. И матка положила пару яиц, все, семья уже никуда не денется. Да, совершенно верно. Ну, я думаю, вот так мы их пересадили. Рой хороший. Вот мы видим белые пятна, это уже свеженькие. Это воск. Вот пчелы посидели с утра и до вечера, и уже начали строить сот в раевне даже. Так что это с учетом того, что корм у них, как Андрей сказал, был в зобиках. Да. А тут им 2 литра сахарного сиропа. Ну, вот такое видео сняли, мы подсадили, может, ходи, пойдем посмотрим. Ну, пока они не идут. Да они на ночь не пойдут. Ну, будут сидеть. Вот такое вот видео. Дальше будем выказывать, что с нашим роем в этой семье. Дальше нюансы по развитию рассказывать. С роем, как действовать. И будем то же самое, я думаю, покажем по пакетам. Разве как? Ну не, подсадка матки сюда. То есть, ну, да, племенную будем. Ну, то есть развитие этого роя и потом замена на племенную матку, да. FF1. Ну вот такое видео. Спасибо за внимание. До свидания. Ну, она прям по объективу ползает, слышишь, Андрей? Угу.